Любимый, привет. 2 года назад снимала видеоролик про бессонницу. Но тогда в основном этот был видеоролик для, наверное, невротиков, которые действительно не спят по причинам, связанным с неврозом. Но другой момент. Сегодня мы с вами говорим о условно спокойных, нормальных людях, у которых есть тоже проблемы со сном. Как восстановить качество сна и проблемы и необходимые решения будут в этом видеоролике. Конечно, женский пол, в частности, приверженность, подверженность гормональным перекосам из-за менструации, менопаузы, беременности, все это естественным образом просто сбивает режим сна. Есть люди, у которых пожилой возраст, то есть с течением времени в мозге происходят некоторые изменения, которые влияют на нейротрансмиттеры, отвечающих за расслабление и глубину сна. У некоторых есть проблемы с эмоциональной стабильностью, тревожность, депрессия. То есть все это имеет место быть. Физические нарушения здоровья из разряда диабет, сердечно-сосудистые, астма и лишний вес. Вы спрашиваете, я доктор? Нет, я не доктор. К сожалению или к счастью, я на своем канале только даю информацию, которую вы можете использовать, и она вам будет профилактикой. Почему я снимаю, мне часто приходит, почему я снимаю такие видеоролики познавательные? Да, вы знаете про мое образование клинического психолога, вы знаете про работу в нутрициологии, но я это все объединила, и мне кажется, это лучший момент. Есть люди, у которых хронические заболевания, они принимают бета-блокаторы, которые бывают влияют на сон. Некоторые люди в течение дня специально просто создают как себе проблемы с тонизирующими напитками из разряда кофеин, никотин и другие вещи, влияющие на мозг и кишечник. Есть люди с хроническим стрессом, потому что дедлайны и работа, сбитый режим питания, нагрузок тоже имеет место быть. Что мы можем сделать в дополнение к терапии, если уж пришлось такую применять? Первое – это избегать плотных приемов пищи перед сном. Это очень важно. Четко отработать режим отхода ко сну, пробуждения и не напрягать сильно мозг, ни тело после 18. Это супер важно. После 20 приглушаете свет, занимаетесь спокойным хобби, массажами, прогуливаясь на свежем воздухе и осваиваете практики расслабления. Я не раз писала про медитацию, про осознанное дыхание, про шавасану, про йогу. Это все работает. То есть практики глубинные, они очень влияют на вас, даже если вы болеете. После 20 я рекомендую массаж, вот такие прогулки, релакс. Не надо вечером какие-то супер бодрые зарядки. Естественные средства есть, которые я использую со своими клиентами, да и сама когда-то использовала. Лаванда – это эфирное масло, идеально в качестве ароматерапии. Валерьяна, только, пожалуйста, я вас умоляю, не спиртовую, потому что спирт может по-простому разъедать слизистую желудка, кишечника и создавать проблемы, ну, даже если вы не алкоголик. За уровнем цинка надо следить. Лучше периодически сдавать анализ. Дефицит цинка связан с низким качеством и короткой продолжительностью не только сна. Магний, пожалуй, это лучший регулятор циркадного ритма и организма, пока не попробовали именно цитратной форме. Не могу вам дать такую обратку. L-триптофан, аминокислота, предшественник мелатонина и серотонина, положительно влияет не только на сон, но и на настроение. В общем, все, что я вам даю, это действительно имеет место быть. Давайте подробнее остановимся на факторах риска. Это гормоны. Женщины в период менопаузы на ЗГТ могут сталкиваться с бессонницей, могут быть обструктивные апноэ. Это явление, при котором мышцы горла во сне расслабляют, блокируют дыхательные пути. Здесь нужно просто работать. Я видео снимала про метаболический синдром, и вот с этой историей тогда будет все хорошо со сном. Депрессии и другие нарушения психического здоровья. Ну, то есть здесь мы уже не можем сказать, понимаете, у человека, у которого микробиом нездоровый, интоксикация, у него может быть депрессия, и она имеет место быть
У многих. Просто у кого-то она в клинической форме проявляется, у кого-то нет. Такой, ну, мне просто живется в таком теле, которое вот мне ничего не радует, и витамин D я не пью, и все у меня. Да, и, кстати, есть люди, у которых просто очень много свободных радикалов производится в организме. Короче, я не буду влазить в эту биохимию, но некоторым, честно скажу, не очень повезло с тем, что происходит в организме. Хотя они молодцы, и вообще, в принципе, они стараются соблюдать образ жизни. Но не всегда экология и среда, и вода дает им такие возможности. А знаете, откуда берутся все часто эти депрессии? Ну, такие вот. Чем привыкли-то себя радовать люди? Курение, энергетики, кофеин, БАДы, тоники, сладкое, соленое и мучное. То есть я бы сказала, что вот это если убрать, то и на время человека где-то на свежий воздух, на ту еду, которая доступна в регионе, я бы, мне кажется, сказала, что это супер. То, что вызывает всплески дофамина в мозге такими короткими разрядами, сбивает выработку нейротрансмиттеров. Не лезьте в мозг, пожалуйста. В общем, просто скажу, что если у вас плохо все с просыпаниями, сном, кофе, не лучшее решение. Поедание булок и конфет снова дофаминовая дребедня. Вы будто просто берете своим нейроном каждой конфетки и так на. И они, бывает, вздрагивают от этого. Ну, это так, я не хочу вас пугать, это юмор, но чем активнее вы стимулируете свои мозги, подебаете себе настроение тониками и вкусняшками, тем сложнее происходят у вас моменты с вознаграждением, с работами, со свободными радикалами. Короче, я всегда вам сложно что-то говорю, мне хочется по-простому. Болезни. Вот от этого никто не огражден. Я в семье знаю анамнез своих близких и свои знаю. И поэтому, да, процесс не быстрый, но результат не золотой, а платиновый. Кто знает свои заболевания, там, предсахарный диабет, повышенный гомоцистеин, нарушение метилирования, там, различные воспалительные заболевания, нарушение микробиома. То есть все, кто знает это и как-то борется, сил вам и здоровья. Простые советы по гигиене сна. Я с вами, кстати. Это режим, супер важная история. Режим обязательно. Никаких пышных царских ужинов. Не надо праздновать Новый год вечером. В каждом видео это вам говорю. Может быть, все спокойно. Белок, клетчатка, немного свежих овощей. Разберитесь со своими стимуляторами. Поищите перебор. Я подскажу, много кофеина, много алкоголя, курения. Это гиперактивный мозг, и тренировки перед сном тоже не особо нужны. Прием, не спите днем. Так, кстати, уставайте днем физически. Это очень важно, чтобы вы спали хорошо. Но нагрузки за 2 часа до сна мы прекращаем. Прекратите смотреть новости, что там, у кого. Кстати, есть люди, я снимала видеоролик один про... Не истероидов у меня был, а про... невротиков и гипнабельных людей. Есть, короче, такие люди, у которых все плохо с внушением. И выйдет какая-нибудь тетушка, которая в интернете говорит: я врач, и вы все умрете, и слушайте меня. И такой человек послушает, и у него уже все, он уже на своем рабочем месте уже просто под себя наделал. И именно вот таким людям я рекомендую не смотреть новости. Вот они кушают, пусть они кушают свою макаронину, если они кушают ее. Потому что это очень важно, ментальный и физический комфорт. Другой момент, новости, токсичный бред, лишь бы сами, ну вот еще есть вот эти тиктоки, разлагающие видео, такие как: я тут пукнул, тут я встал, тут я что-то сделал, да какая кому разница, да, они набирают миллионы, но это то, что забирает ваше время и возбуждает ваш мозг.
Полежите в шавасане без мыслей вечером, это реально помогает. Еще помогает классно ванна с солью Эпсона. Ну, можно морскую соль просто купить, насыпать себе и кайфануть. Поверьте, суставы и мозг расслабятся. Поздние тренировки я вам сказала. Я бы еще добавила, как ну, из нутрицептиков, если вы у меня спрашиваете, магний цитрат и 5-HTP триптофан. Ну, можно еще туда ашваганду. Классная такая, топчик мой набор. И уберите весь кофеин в первой половине дня. В общем, это все, мои любимые. Это то, что действительно сделает вас более здоровым и энергичным. Люблю вас.